Программа возврата части стоимости туров по России впервые заработала в августе с 20 по 28 число. Теперь стартует второй этап, который продлится полтора месяца, с 15 октября до 5 декабря. В этот период россияне смогут купить готовые пакетные туры и отдельное проживание в гостинице с кэшбэком на новых условиях. Очень удобно, что можно использовать и выходные, потому что теперь от двух ночей, да, как бы и более, стоимость кэшбэка увеличена до 20 тысяч рублей. И если ранее можно было бронировать только через определенный сайт при переходе, да, там гостиницы по списку, ты выбираешь и производишь бронирование, то сейчас этой услугой могут воспользоваться и на сайтах агрегаторов, и туров, соответственно, те, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. При этом отправиться в поездку, приобретенную на условиях программы, можно будет до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. То есть под действие кэшбэка попадают официальные новогодние праздники. Присматриваться к турам можно уже сейчас. Учитывая ситуацию в мире, в этом году многие туристы выбирают направление внутри страны. Очень много было Краснодарского края, Крым. Я сейчас вот сама буквально в воскресенье оттуда вернулась, да, то есть использовала эту возможность и ознакомилась. Алтай. Байкал пользовались, Калининград. В Калининград очень были хорошие экономичные билеты, что не было ранее, и многие туда путешествовали. Вернуть можно до 30% стоимости тура. Деньги вернутся на карту одного из отдыхающих, вне зависимости от количества путешествующих. Оплатить поездку при этом обязательно нужно картой МИР.